Мауи – второй по величине остров Гавайского архипелага, площадь острова составляет около 1883,5 квадратного километра, рельеф острова является результатом сочетания геологических, топографических и климатических факторов. Как и другие острова архипелага, Мауи построены из темной вулканической породы. Вулканы располагались достаточно близко друг к другу, так что потоки лавы, перекрывая друг друга, образовали единый остров. Один из пиков острова – вулкан Пу, Юкакью, 1764 метра над уровнем моря. А всю восточную часть острова составляет вулкан Халиакала, который уходит под воду на 5 километров и возвышается над ней на 3 километра. Возможно, это самый большой вулкан на Земле, он составляет 75% острова Мауи. Склоны вулканов образуют долины и овраги, а также создают весьма живописный пейзаж под водой. Температура в любое время года комфортная, теплая, на климат Мауи очень сильно влияет море.